Мартин Макгинес не только покидает пост заместителя первого министра в правительстве Северной Ирландии, но и в целом уходит из политики. Макгинес, сыгравший ключевую роль в подписании Белфастского соглашения, заявил о своем решении в четверг, после того, как стало известно, что партия Шин Фейн отказалась выдвинуть свою кандидатуру для его замены. Таким образом, по истечении 7 дней было объявлено о проведении в марте досрочных выборов в парламент Северной Ирландии. 66-летний Макгинес объяснил свой уход, который вызвал настоящий эффект домино на политической арене Северной Ирландии, проблемами со здоровьем.